Йоу, привет! Меня зовут Павел Абастов, я инстаграм-эксперт, а в этом обучающем видео тебе расскажу про три вещи, которые тебе необходимо знать перед тем, как выкладывать свое видео в Instagram TV. Если данная тема кажется тебе интересной, то, пожалуйста, поддержи мое видео своим царским лайком. А я начинаю! Итак, первая вещь, которую тебе необходимо знать, это узнать, что же такое представляет собой IGTV. Даю расшифровку: IGTV – это Instagram TV, либо Instagram телевидение. В общем, Instagram сделал некую площадку в противовес YouTube, чтобы конкурировать, чтобы переманить каких-то новых пользователей и просто удерживать на себе внимание и в будущем зарабатывать на рекламе. Но все пользователи Instagram получили вот такую шикарную площадку, на которой они теперь могут делиться своими видео длительностью более минуты. И это, я считаю, очень здорово. То ж, первую вещь про Instagram TV ты узнал, что же это такое. Вторая вещь, которую тебе необходимо знать перед тем, как выкладывать свое видео в Instagram TV, это то, что на данной площадке все видосы вертикальные. Как я уже говорил в своем предыдущем видео, Instagram популяризирует вертикальные видео, соответственно, если у тебя видос записан горизонтально, то тебе надо будет его перевернуть и так, чтобы он выглядел вертикально и более-менее хорошо. Как же это сделать? Ну, тут все просто. Если ты пользуешься мобильным телефоном, то записывай видео, и тут, в принципе, проблем нет. Если твое видео горизонтально, и его надо перевернуть, то используй для этого мобильное приложение InShot, InstaShot, называй как хочешь. Если тебе интересно, то вот так оно выглядит, скачивай, пользуйся и радуйся тому, что твои горизонтальные видео стали вертикальными. А если ты продвинутый пользователь, блогер, либо тот, кто занимается серьезно Инстаграмом, делает какой-то вирусный видеоконтент для своей аудитории, то просто на самом компьютере переверни видео, либо обрежь как тебе угодно. Тут на самом деле вариантов просто огромное количество, потому что компьютер — это все-таки не телефон, и вариантов тут очень много, как обработать видео, как его обрезать правильно и как его правильно смонтировать. В общем, Sony Vegas Pro пользуйся. И отсюда третья вещь, которую тебе необходимо знать про Instagram TV, это то, что не обязательно скачивать свое видео с компьютера на телефон. Можно и прямо с компьютера загрузить свое видео. И это на самом деле очень круто, и YouTube нервно курит в сторонке, потому что Instagram немножечко по-другому продвигает видео, и это некий прорыв, я считаю. Само собой, Instagram до YouTube еще далеко, но все-таки у Instagram есть другие алгоритмы, которые подбирают видео специально для пользователя, и так ты можешь продвинуть свое видео. Тебе не обязательно писать какие-то хэштеги, просто заполни название и описание и выложи свое видео прямо через компьютер. Все, что тебе нужно сделать, это просто зайти в браузере в свой Instagram аккаунт, и в профиле там будет такая иконочка Instagram TV. Заходишь туда, загружаешь видео, пишешь название, описание, и, о чудо, видео Instagram сам продвигает. Как я уже и говорил, а если ты профессиональный блогер, который делает видеоконтент специально для Инстаграма и хорошо на этом зарабатывает, либо хочет на этом зарабатывать, и ты серьезно и грамотно подходишь к всему этому процессу, то специально для тебя там есть крутые подсказки, которые ты можешь посмотреть, почитать, то есть какого формата должно быть видео, сколько оно должно весить, какие вообще там правила, выкладки и так далее. А если ты все это не хочешь искать, то в описании под этим видео я оставлю все необходимые ссылки для тебя. Вот, в принципе, все. Пожалуйста, прожми лайк, если видео оказалось для тебя полезным. Подписывайся на мой Instagram, вот так вот он выглядит. Подписывайся, там все очень круто. Ну и напиши внизу в комментарии вообще, как тебе видео, понравилось или нет. И напиши свои вопросы про Instagram TV и вообще, какие видео ты хочешь дальше видеть на моем YouTube-канале. Спасибо за поддержку. И да, подписывайся на этот YouTube-канал. Тут я рассказываю все про Instagram. Ну и нажимай на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех событий на моем YouTube-канале. А я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов, Инстаграм-эксперт. Увидимся в видео, которое сейчас появится, и пока-пока!